1 июня, в День защиты детей, для маленьких жителей Десногорска была организована развлекательная программа. На центральной открытой сцене городского центра досуга коллективами детского дома творчества и ГЦД был организован для ребят концерт, который вел сказочный персонаж домовенок Кузя. В этот первый летний день поздравить маленькое население города, а также их родителей, пришел заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального образования города Десногорск Сергей Валентинович Тощев. Сегодня в нашей стране замечательный светлый праздник. Это ваш, ребята, праздник. Праздник День защиты детей. И я думаю, что сегодня вы замечательно отдохнете, поиграете в игры. Сегодня еще замечательный праздник, потому что наконец-то началось долгожданное лето. Закончились занятия в школе, и теперь вы можете отдыхать, заниматься спортом, заниматься интересными делами. И вот эти все интересные дела сегодня есть в наших летних оздоровительных площадках. Поэтому я вам желаю, чтобы это лето прошло для вас с пользой. В этот день специалистами Комитета по физической культуре, спорту и туризму для малышей были организованы веселые старты. А учителя художественной школы нашего города с удовольствием рисовали для ребят их портреты и дружественные шаржи. Но больше всего детей порадовало мероприятие, которое называлось «Солнышко на щечках». Ребята с большим удовольствием заказывали для себя рисунки на лице. Педагоги детского дома творчества с профессионализмом вовлекали в этот день ребят в давно забытые народные игры. А молодежный центр и волонтеры нашего города провели акцию «Стартуем в страну здоровья». И организовали для малышей конкурс рисунков на асфальте. Здесь же, на площади, ребята могли приобрести памятные сувениры и купить надувные шары. И от души порезвиться на надувном батуте. Вот так весело прошел у нас в Десногорске детский праздник.